Организаторы концерта митинга решили обратиться к президенту страны. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня 1 июля 2017 года, прямо из сердца Кисловодска, мы, команда активистов, просим обратить внимание на нашу проблему и поддержать. Не первый год мы боремся с фармакологической наркоманией. К сожалению, решить вопрос на местном и даже краевом уровне не получается. Люди продолжают гибнуть. Поэтому мы обращаемся к вам. Обратите внимание на эту проблему и поддержите нас. Ведь Кисловодск – это часть